Автобусное движение из Новосибирска в сторону Казахстана сегодня было перекрыто на несколько часов из-за сильного ветра и плохой видимости. Сложная метеорологическая обстановка и на территории Алтайского края. Объявлено штормовое предупреждение. Движение по автомобильным дорогам закрыто для всех видов транспорта. О сильном ветре, снегопаде и метелях предупреждают и кемеровских водителей. Непогода, по прогнозам, продлится до завтрашнего утра.